Что бы ты себе посоветовала 20-летней? Какой у тебя есть совет? Я бы себе посоветовала, наверное, делать шире речь, потому что я помню себя, когда я заказывала вообще всевозможную прессу, просто искала, пыталась понять, чем бы заняться, что вот мое. То есть в поисках себя находилась как раз в этот период. И почему-то сконцентрировалась только на деловой литературе. Такая была история у меня. Угу. То есть очень хотелось зарабатывать деньги, заниматься каким-то бизнесом. Но вот чем точно, это был второй вопрос, который уже возник в районе 20 лет. Но я бы посоветовала все-таки, когда ты не знаешь, чем ты точно хочешь заниматься, или ты находишься в поисках, очень важно смотреть шире, то есть заказывать разную вертикальную литературу. То есть ко мне то, чем я занимаюсь, пришло намного позже и случайно. А если бы был шире охват и больше знаний, то пришло бы раньше. То есть другими словами, формулирую максимально широкий уровень знаний. Да.